Здравствуйте! Мы начинаем новую рубрику, уже второй у нас выпуск новой рубрики «Какая температура воды в чемодакваже?». Приобрел вот такой вот градусник, который нужно опустить в воду. Запустим его сейчас в морскую воду. Надеемся, что он не утонет. Брелок к нему я специально приготовил. Оп! И он всплыл. Сейчас. Так, и засекаем 5 минут. То есть 5 минут, 3 минуты засекаем. Время 3 минуты. Все, время пошло. Так, вода чистая. Сейчас постараюсь его... Вон, желтенькая такая поплывочек, плавает градусник. 3 минуты я засек. Через 3 минуты мы посмотрим, какая температура. В тени чемодакважа сейчас температура плюс 23 градуса. Мы находимся на пляже Чимитаквадже. Смотрим, что у нас на пляже 5 мая. Вот такой вот пляж. Море у нас. Вот. Ну, как бы мы пришли на море, и еще там человек не из местных есть на пляже, а так больше никого нет. В Чимитакваже плюс один человек на пляже. Уже минута прошла, осталось 2 минуты. Дети на пляже. Вода, когда я замерял 1 мая, вода замерял было 17 градусов. Сейчас посмотрим, сколько сейчас градусов вода. Ждем еще минуту 40. Идем и посмотрим, какая температура воды. Почему вдруг решил я замерять воду? Многие звонят и спрашивают, а какая температура воды сейчас, какая будет потом. Раньше эта информация, как бы, с моего детства, как я помню, в Лазаревской есть пляж пансионата Гренада. На нем были часы и показывали температуру воздуха, время и температуру воды. Это, как я по детству помню, что оттуда осталась информация, когда какая температура воды. Еще плюс информация, в новостях иногда говорят, что в Сочи температура воды вот такая вот. А больше, да, больше другой информации я в интернете поискал, посмотрел, что больше никакой другой информации нету. Как бы температура воздуха есть, сила ветра есть, там можно найти, какая высота волн, когда будет ориентировочно, чтобы температура воды такой нету. Так, он уже уплывает довольно-таки прилично. Я стою в воде сейчас, прям в море стою. В принципе, ноги не сводит, но довольно-таки прохладно, ноги не сводит. Так, через 27 секунд мы его возьмем. Он уже уплыл где-то по пояс, мне там будет. Шорты придется мочить. Вот, как бы, в принципе, можно, вот я вот уже стою 3 минуты, можно и поплавать, но довольно-таки прохладно. Сейчас мы узнаем. Как раз сейчас услышите таймер. Ну-ка. Тынь-тынь. 3, 2, 1. Ну. Слышно? Слышно. Так, стоп. И вот он момент истины. Ух. Берем его, чтобы шорты не намочить. И смотрим. Тадым. Температура воды 18 градусов. Видно вам? Температура воды 18 градусов. Градусник у нас пробыл в воде 3 минуты. Температура воды в Чимитакваже 18 градусов.